Добрый день, дорогие санкт-петербуржцы. Это Игорь Агафонов, журнал «Экоград». С нами сегодня в кулуарах экологической очередной конференции Сергей Викторович Грибалев, член общественного совета Минприроды Российской Федерации, помощник депутата Борячева, члена комиссии по экологии Государственной Думы, настоящий эксперт в сфере экологии. И мы хотим задать сегодня от журнала ему вопрос вот по проблематике национального проекта экологии, конкретно по федеральному проекту, связанному с чистой водой и оздоровлением реки Волги. Вот сейчас недавно был проведен пресс-тур в район Волги по строительству гидротехнических сооружений в районе там некой поймы. Выделяются колоссальные опять деньги в рамках национального проекта. Необходим, я считаю, общественный контроль этих денег. И вы как эксперт, что вы можете сказать вот конкретно по этому конкретному проекту, вот по вот, связанному с Волгой, вот по тому, по которому приступить хотел? Ну, по конкретному проекту у нас информация пришла и из Министерства природных ресурсов, то есть мы владеем общей ситуацией, общей картиной, что там происходит, и информация от общественников, потому что огромное количество жалоб сейчас поступает из этих трех регионов, где реализуется этот проект. И люди очень обеспокоены, что несмотря на то, что национальный проект у нас обеспечивать должен улучшение качества жизни граждан и направлен на экологическую составляющую, люди сейчас видят чисто экономическую. Здесь идет не развитие природного потенциала нашей любимой русской реки, национальной реки, а здесь идет развитие экономического потенциала. То есть здесь выступают на первом месте энергетика и гидроэлектростанции. Ну, я что-то не слышал в целях заявленных нацпроекта какие-то там энергетические составляющие, еще что-то. То есть, а вы не могли бы подробно остановиться? Вот нас удивляет вот эта подмена понятия, да, то, что происходит в настоящий момент. И реализация национального проекта «Экология», оно получается с большим перекосом, как какой-то другой проект по энергоэффективности, например. Да? И уже мы здесь видим ценнейшие водные ресурсы, которые есть, естественные, они уже переходят в такие в виде накопления этой воды. И вот недавно пришла нам информация, люди в шоке от того, что буквально сейчас в этих местах будет происходить наводнение. То есть там вода уже, уровень воды поднялся до береговой кромки. И это связано с тем, что энергетикам сейчас пока не надо запускать свои турбины, и вода приостановлена. Сейчас у нас таким образом получаются сильнейшие осенние паводки. То есть та система, которая была придумана для того, чтобы стабилизировать всплески, так называемые вот эти флуктуации. Гидрокомпенсаторы. Да. Чтобы как раз на реку Волга не оказывали воздействия такие неблагоприятные факторы. Они, кстати, связаны с тем, что идет очень интенсивное землепользование в этих местах. То есть осушаются болота, естественно, которые своего рода служат почками этой системы. Да. Фактически гидротехнические сооружения. Да, то есть, если мы берем вот эту ценнейшую нашу реку Волгу, это как вот живой организм, человек. И мы сейчас говорим, что этому человеку нужно вылечить почки для того, чтобы шла нормальная циркуляция воды. Но вместо этого ему, человеку, больную почку вырезают, ставят туда искусственную, мешочек, но не для да. того, чтобы... Да, вот он обвешан этими мешочками, но не для того, чтобы стабилизировать здоровье человека, а для того, чтобы его дальше использовать как батарейку. Подключить и все. Понимаете? То есть, наверное, из этой же области вот там где-то пришла информация, что, например, там проводятся лесопосадки, да, но в связи с тем, что не предусмотрен их полив, да, что сразу рассчитывают на то, что этот лес там засохнет. Там,
в 10 раз усохнет. Здесь тоже мы видим экономическую ситуацию обратного тока. То есть ответственные за реализацию этого проекта лица, они увидели возможность получения дополнительного дохода. Потому что они могут не один раз посадить лес, а могут два раза. Сосвашивает неестественную убыль. Но если бы это было бы рациональное бы природопользование, то, конечно, бы они бы ухаживали за этими деревьями. И если бы деревья, которые погибли, это дальше были как штрафные санкции, то я думаю, конечно, они бы нашли бы возможность, правовую возможность, поливать и ухаживать за этими посадками. А как вы думаете, как можно избежать вот этих перегибов, да, в том, что деньги большие, да, выделяются, и чтобы они пошли именно на экологическую составляющую. Вот что сделать надо, чтобы, ну, какой может быть, там, может быть, общественный контроль? Решение этого вопроса, оно уже было заложено в массе указов президента. Президент же четко сказал, и сейчас он повторился, причем по разным областям. Он сказал, ребята, выделены колоссальные средства. Я вам сказал, что они должны быть прозрачные системы. Мы должны видеть эту систему прозрачной, и чтобы общественность была допущена на 100% к контролю именно реализации вот этих проектов и контролю поступления денежных средств. Почему у нас выигрывает та или иная компания? Почему у нас проекты не реализуются, а потом те, кто этим занимался, разбегаются в разные стороны, а какого-нибудь стрелочника там хватают за руку и не привлекают к уголовной ответственности. Нам не нужны эти стрелочники, нам нужно, чтобы эта система работала. Система может работать не только, когда сажают этих стрелочников, а когда тот, кто проводит этот конкурс, тот, кто отвечает за реализацию этого проекта, он отвечает до самого конца. Да, вот сейчас хорошее начинание такое пошло. Это вот как раз мы и начали получать информацию в рамках пресс-тура. И спасибо нашего представителя, туда тоже пригласили из журнала. А как вы считаете, можно ли как-то усиливать направление этих пресс-туров? Может быть, имеет смысл, там, вот у нас прошли общественные проверки на Красноярском там, комбинате, да? Может быть, имеет смысл делать какие-то совместные пресс-туры с общественниками? Обязательно, обязательно. Как вы считаете? И вот меня поразило то, что, конечно, вас пригласили, это замечательно, но меня поразило, что отсутствовали региональные СМИ, СМИ из других регионов. То есть здесь акцент идет на федеральные СМИ. А где же вот эта самая общественность? Общественности нету, она не вовлечена в этот процесс. Это идет как раз в нарушение с принципами майских указов, которые заложил президент. То есть, возможно, даже и расширять пресс-туры за счет региональной прессы, чтобы обменивались как-то информацией? Обязательно должно быть вот это взаимодействие региональной и федеральной прессы и представителей общественности. Потому что я преклоняюсь перед работой журналистов, они делают очень правильные, хорошие дела, но это не экологи. Я 5 лет в университете занимался экологией, потом в аспирантуре защищал научную степень, и дальше я буду заниматься журналистикой, да? Или так, наоборот, журналист занимается экологией, но это неправильно. То есть так, чтобы в пресс-туре, да, кроме принимающей стороны, рассказывающей, что есть, были бы еще некоторые эксперты. Общественности и эксперты. Главное, чтобы это была комплексная система СМИ, общественники и эксперты. Как только кто-то из этого выпадает, мы видим либо профессиональную безграмотность, либо недостаточную освещенность, либо недостаточную прозрачность. Спасибо за интервью. Это был журнал «Экоград», Игорь Агафонов и Сергей Викторович Грибалев.